Зимний сезон сегодня официально открыли в парке Захарова песнями, плясками и, конечно же, традиционным катанием с горок. Снег не успел выпасть, а желающих прокатиться с горки хоть отбавляй. Здесь даже образовалась небольшая очередь. Все соскучились по зимним забавам. Очень любим зиму кататься на горке. В парк Захарова очень часто приезжаем, потому что рядышком здесь живем. Вообще здорово, что здесь такие организовываются праздники, что есть возможность, ну, сходить так с семьей. Вместе провести досуг. Первый день зимы в пушкинском Захарово встречают с песнями, хороводами и отличным настроением. Ну, зима – это, конечно, прежде всего ассоциируется с праздником, с Новым годом, со снегом. Вот как раз сегодня очень много снега, хорошо, морозец, коньки, лыжи. Это прекрасное время года, которое с детства нам, ну, мы помним Деда Мороза, Снегурочку. Это всегда подарки для детей. Ну и, конечно, есть в этом какое-то волшебство и сказка. То, что сегодня мы видим в нашем парке. Открытие зимнего сезона всегда проходит масштабно. Вот и в этом году организаторы постарались удивить гостей. Я хочу всех поздравить, друзей, гостей, с первым днем зимы и, разумеется, открытием сезона в парках. Наслаждайтесь, радуйтесь. Фаер-шоу стало изюминкой программы. Артисты, не обращая внимания на мороз, ловко жонглировали огнем. Наверное, мы одни из первых в районе приступили к празднованию Нового года. Но этим и отличается наш парк Захарова от многих других мест. Сегодня у нас зима в Подмосковье по губернаторской программе. И наш парк Захарова сегодня принимает гостей. Сегодня будет очень много интересного для наших гостей. Это будет настоящее путешествие в сказочную страну Подмосковья. Впереди 3 месяца зимы, а это значит, что в усадьбе будет сделан основной акцент на создание зон для активного семейного отдыха. Катание с горки, коньки, лыжи, игры на свежем воздухе. Сезон обещает быть по-морозному жарким. 23 декабря приглашаем всех на акцию «Наряди елочку» в 12:00 на поляне сказок. Будет конкурс на лучшую елочную игрушку, и мы нарядим елку на поляне сказок. А 28 в 12 приглашаем на новогоднее представление в парке Захарова «Лукоморские приключения». Встреча с Дедом Морозом и другими сказочными героями. И в январе, с 4 января, у нас начинаются рождественские вертепы. 4, 5, 6 января кукольные представления, рождественский вертеп. Мы поставим вертеп на поляне сказок и устроим рождественские колядки. Приезжайте, будет весело и тепло. По традиции, в этот день в парке зажигается праздничная иллюминация и красавица-елка. Также весь декабрь здесь будет работать рождественская ярмарка. Авторские работы, горячий чай и свежая выпечка – все для гостей парка Захарова. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».